Сочи, Красная Поляна. Родик, куда ты едешь? Путешествовать на машине? Поехали. Мы готовы в путь. Хотели выехать в 8, как всегда, не получается. Машина у нас под завязку. Брали самое необходимое. Вот, сейчас одеваем детей. Закрываем квартиру. И поехали. В общем, мы выехали. Мы решили ехать по платной дороге. Все пути. Так будет однозначно быстрее, там можно нормально разогнаться. Пока не понимаю, что там по ценникам, но и тоже покажем вам. Вот, выехали мы в 9 утра, в 5:10, вот, уже проехали 17 километров. И остановка будет у нас только в Краснодаре на сутки, потому что там, я уже говорил, Наське, подруга, мы там остановимся. Мы заплатили за первый участок 160 рублей. Вот, вот там не получилось оплатить сразу все. Сказали, лучше купить эту карту, этот транспортер. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, купим. Но она стоит 1000, поэтому есть ли смысл покупать эту карту. И, кажется, даже если купить карту, денег потратится больше. Ну, собственно, вот так вот все. Поехали. Первый участок оплачен. Смотрим, что там как. Сделали первую остановку, проехали 230 километров. У нас детям сейчас надо спать, мы быстренько покушаем. Заправили сразу машину, чтобы уже не останавливаться, пока дети спят. Вот наша команда. Родик, ты куда? Собственно, наверное, полчаса на небольшой отдых. Детей садим, они спят, мы едем. Точнее, я еду, Настя, наверное, тоже будет щемать, да, Настя? Как ты себя чувствуешь? Настя, как 230 километров по пути прошло? Рассказывай. Я чувствую. Вот так вот мы кушаем. Ну, мы, короче, набрали с дома, потому что у нас уже остались продукты дома. Варили яиц, колбаса, сыр, у пацанов, творог, йогурт. Тём, вкусненько, Тёмочка. Ребята, кто поедет на юг своим ходом на машине, в общем, мы проехали 230 километров, есть Газпром, есть такое классное кафе, называется оно Гриль-кафе. Тут есть самое важное, детская комната, если вы прям тормознетесь на какое-то время, на определенное, да, чтобы дети поиграли. В принципе, из еды тоже все есть, достаточно, кстати, дешево. Но по сравнению кофе, кофе большой 0,4 стоит 250 рублей. То есть это гораздо дешевле, чем в Москве. Давай. Еще один платник преодолен. Детишки спят. Настя пока держится. Еще один чек. Мне, конечно, дико интересно, насколько вытягивает денег вся трасса. В общем, мы потом приедем. Посчитаемся, сколько мы потратили вообще, кстати, там на напитки, еще что-то. Все вам покажу, подробно расскажу, чтобы вы знали, если кто поедет. Наша очередная остановка. У нас все резко захотели в туалет, причем дети, погадить. Кстати, лайфхак: Газпром и Газпромнефть – это разные организации, поэтому, если что, баллы здесь накопить нельзя. Все акции, которые в Москве у нас действуют на Газпромнефти, то на Газпроме это все не действует. Пока папа, не надо, Родион, пока папа разминается. Дети ловят жуков. Давайте я ухожу.
Давай, сфотографируй. Пап, не надо, Родион, папа, не обижай. Родион. Пап, а как он классный? Ну вот он такой, он классный же. Опа! Почти 8 вечера, мы добрались до Ростова. Сейчас, получается, его по краю объезжаем. В целом, дорога М4, конечно, нормальная. Единственное, платных участков много. И нельзя платить сразу весь участок. Нужно покупать эту карту. В общем, короче, геморрой. До Краснодара нам осталось 220 километров где-то. Вот там у нас будет остановка. Что-то я прям устал. Ура! Мы доехали до Краснодара. Время без 10:10. Я паркуюсь. Супер, покажем вам. В дороге единственное, кстати, что вчера приключилось, это то, что у машины загорелся чек. И мне нужно сегодня найти, конечно, желательно автосервис вольвовский, чтобы считать, что случилось. Потому что в Сочи, ну я, по крайней мере, на картах Яндекса смотрел, вольвовских сервисов нету. Это очень плохо. Поехали. Вот мы и выехали, немножко погуляли в Краснодаре, прям совсем немножко, потому что погода была, ну, вроде тепло, но ветер был очень-очень сильный. Мы поехали в парк, там, короче, ветродуй такой жесткий, поэтому мы просидели дома. Ну, что поснимали, то смонтируем, посмотрим, что получится. Сегодня выехали в 7:15, заехали пока на заправку, вот. Все, сейчас едем, посмотрим, как будет дорога. Вроде настрой нормальный, дети вроде тоже нормальные. Главное будет показывать вам моменты. Вот нам осталось столько. Вот вдалеке уже видны горы, и мы плавно подъезжаем к Серпантину. Ну вот, собственно, посмотрим, что там. Заехали мы в Лапсинский район, и начинает дорога, короче, уже вилять, такая довольно-таки интересная, ни хрена не МКАД. Вот. Но еще и не серпантин. До серпантина нам осталось 26 километров. Он начинается, я так понял, судя по карте, с города Джуба. А тут уже будет открываться панорама слева горы, справа море. Вот у нас, короче, дети спят. Мы встали рано сегодня, чтобы выехать пораньше, чтобы к обеду уже приехать в Сочи. Заехали, кстати, в Джугу. Если вы едете, вы можете здесь перекусить. Здесь есть всем привычный Бургер Кинг. Две штуки по правую сторону. По левую сторону, как заезжаете, есть очень клевый парк. Если у вас есть время, вы можете остановиться. Там всякий пингвинариум какой-то с динозаврами. В общем, такой достаточно дельный. Мы не остановились, что мы ограничены во времени сейчас. А все из-за того, что мы даже не понимаем, куда мы едем, где мы будем жить. Мы еще ничего себе не нашли. Поэтому нам нужно засветло добраться, чтобы решить еще этот вопрос. Собственно, вот так. И вот сейчас уже, в принципе, после Джупы начинается сочинский серпантин. В общем, период топ-се мы встали вот в такую глухую пробку. Сколько стоять? Не знаю, но мы не едем вообще. Уже минут 10 совершенно стоим. Вот так, короче, мы медленно двигаемся.
машину, здесь, конечно, повороты такие серьезные. Вот пробки, да, получается, мы. Виной тому это вот дорожные работы. Как вам пейзаж? Классно? Красота? Красота? Короче, мне знаете, что интересно протестировать? Как интересно мне протестировать? О, смотри, легла. Вот так вот, вот он серпантин. Короче, груз лежит. Да, о, да. А он... Как вообще сам-то? Живой, здоровый мужик тебе. Короче, мне интересно протестировать вот эти новые машины, там, которые сами держат полосу. Насколько их хватит на этом серпантине, потому что... Артём, я же говорю, подожди. Она перевернулась, потому что дорога крутая. Насколько выдержат эти машины, которые держат полосу на этом серпантине, потому что у меня, допустим, руль только туда-туда-туда крутится, повороты 180 градусов. Это, конечно, ну, интересно и в то же время сложно. И причем при всем на этом серпантине еще и камеры висят. Зачем, не знаю. В общем, самое стрёмное, что есть на серпантине, это то, что ты можешь прицепиться к какой-нибудь грузовой машине, которая ей чихает, пердит, и ты вместе за ней будешь ехать всю дорогу, пока не закончится эта сплошная. Вот, вот сколько мы так, короче, прицепили сейчас за газелью. Пока ее погнать невозможно, потому что везде сплошная. Вот, ну посмотрим, что будет дальше. Конечно, до Сочи не хотелось бы за ней ехать. Вот так поставить все, как Тёма. Ну, вот так. Вот мы выезжаем. Стоп-сэ. Ой-ой-ой, нифига. Вот такие тут, короче, повороты. Спасибо тебе, друг. Вот, смотрите, такие повороты. Вот. Оп. И вот туда, вот так вот. Оп. Видите? Просто. Потом вот так. Еще. И еще. Ну и, собственно, вот так вот пока вся дорога. Вон, видите, смотрите, хоп. И вот опять. Вот прям туда, вот так вот, хоп. Вот так вот. Ну, средняя скорость, знаете, вот иду по серпантину где-то 50-60. Вот как-то так. Больше не получается, потому что приходится потом резко оттормаживаться. Первую остановку, потому что очень сильно хочется в туалет. И тут, короче, лежат классные коровы. Вот так вот. Посмотрим маленько. Все, не подходите к ним близко. Мы, короче, въехали в Сочи. Когда в Сочи заезжаешь, там стоит, как знаете, типа такие автомобильные турникеты и пост ДПС. И вот меня год на этой машине не останавливали, вот за год первый раз остановили, проверили документы, спросили, как дела. Тёма поздоровался, и мы поехали дальше. До Адлера, нет, мы уже по Адлеру. Осталось только доехать до Красной Поляны. Но серпантин, короче, меня очень сильно выжал. Вот из Москвы до Краснодара я на одном дыхании доехал. А вот по серпантину он себя, он, короче, выдавливает энергию из себя. Прям вот эти повороты, газ, тормоз, туда-сюда, прям
дали о себе знать. Ну ладно, сейчас. Собрались, это уже хорошо. Ладно, сейчас доедем, нас сначала, наверное, перекусим. Посмотрим где-нибудь, покушаем. И потом будем искать себе, как Артём говорит, новый дом. Вот так вот. Мы доехали до Красной Поляны. Вон там горы. Снег еще есть, наверное, и будет. Сейчас пойдем кушать. Короче, устали мы очень сильно, болит башка. Ой, в общем, серпантин реально выжил очень сильно.